Привет, друзья! Я говорил, что мой канал работает как конструкторское ателье. Говорил. Я говорил, что нужно обращаться ко мне своими запросами. Говорил. Вуаля! Попробуем поженить ворота и прицепы к фурам. А или даже сами фуры. Вот это будет интересная задача. Обратился ко мне заказчик с нетривиальной задачей, то есть поженить, сейчас покажу, вот такую фуру, ну, это прицеп к фуре, да, есть такие же фуры, и что мы тут видим? Мы видим ворота-гармошку, вы не поверите, а поскольку я занимаюсь этой темой, это было правильное решение обратиться ко мне. То есть видите, да, это позволяет боковую загрузку делать в прицеп абсолютно без проблем, и, ну, это классно, очень классное решение. Вот, еще и сейчас увидите вот эта средняя стоечка, она тоже двигается, и полностью вот эта вся шуфля у нас открытая, заезжай, грузи, что хочешь. Класс. Да, а теперь будем посмотреть, что у нас получилось. Вот на этой модели. То есть здесь мы видим то же самое. Как бы. Это у нас направляющая от откатных ворот. Это то, что мы сделали вот в этом видео. Вот это у нас это видео. Вот в этом видео. Ангарные ворота. Гармошка. И здесь мы видим, что именно то же самое. Вот это видео будет посвящено самым большим и самым широким воротам, которые я сделал в этом году. Так и да. Спасибо моему заказчику. Как видим, это один в один поставленная задача. С небольшими нюансами. Для того, чтобы могли въезжать. А вот что нужно... Сейчас посмотрим, в чем разница. Значит, смотрите, ребята. То есть тут у нас будет направляйка от откатных ворот. Это понятно. Ролики, соответственно, все как у нас было. Единственные элементы сюда добавятся на каждую вот эту створочку, да, нужно будет поставить два крепежа. Обычные крепления, вот как на хлебных фургонах, которые крепятся внизу и вверху, вот такие вот длинные тяги. Сейчас покажу, как это выглядит. Итак, я вот тут нашел просто в интернет, забил хлебный фургон, и вот какие замки существуют. Ну, вот самые простейшие, это вот такие вот, видите. Они крепятся в двух точках и фиксируют дверки. Ну, короче, не суть. Это закроем, проблем нет с этим. Значит, смотрите. Вот эта штанга центральная для поддержки направляющей, чтобы она у нас не провисала, чтобы она была закреплена в дороге. Она тоже подвижна, то есть нам нужно ее закрепить только внизу, так как на том видео немецком здесь открепляем и отводим ее в сторону. Джик. Получилось, да? Идентично, очень похоже. Дальше открываем всю эту створочки. Так, и пробуем открывать, как вот идентично тому видео. То есть он открыл сначала вот эту створочку. Так. Ну, я их фиксирую для удобства. Так, делаем их параллельными. А здесь сейчас эти две разблокируем. Так. И дальше вот таким образом открываем. Джик. И теперь обратите внимание, вот тут видите такой узел специальный, идет такая штанга удлиненная, которая позволяет вывести и открыть все эти створки пакетом полностью, и вот на 90 градусов. Вот таким образом. Вот. Видите? Так оно будет изнутри. И получаем чистый проем для погрузки. Шикарно, красиво. Да. Можно ли это сделать на машине, на реальном прицепе? Уверен, что да. Так что ставим лайки, обращаемся с вашими нестандартными задачами.
Я постараюсь это все вам решить. Вот такая прикольная штука получилась. Так что не забывайте, мой канал работает как конструкторское ателье. Обращайтесь, с удовольствием помогу решить вам ваши задачи. Будьте активны. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу вот такой, такого применения воротных компонентов для реализации вот такой схемы открытия ворот, не ворот, вернее, дверок в фуре, в прицепе. То есть идея состоит в том, чтобы переделать уже существующий прицеп или фуру под вот такую вот систему открывания дверок. Для зрителей, которые впервые на моем канале, хочу рассказать, что мой канал работает как конструкторское ателье, и я занимаюсь подъемными воротами различных конструкций. Есть мои собственные оригинальные, NZ-система называется на четырех рычагах. Брезлицкая система, ворота, книжка подъемные. А основное также занятие мое – это поставка комплектующих для ворот гармошка. Книжка, только распашных, складных. Для того, чтобы посмотреть, вот переходите на мой канал, нажимаете на вот такой значок. Александр Алис называется канал. И здесь вы увидите подборочку. Можете сразу вот нажать «Видео», допустим. И тут все видео по этой теме. Ворота книжка, вот последние, которые были. NZ-система, NZ-ворота. Механизмы для открывания ворот гармошка. Наружу, вовнутрь различные системы. Переходите, пожалуйста. Вот бразильская система ворота, NZ-система. Переходите на мой канал. Я с удовольствием помогу вам реализовать ворота вашей мечты, не побоимся этого слова. На канале более 19 тысяч подписчиков, и я думаю, что это неплохо свидетельствует о том, что я свою работу стараюсь делать качественно. Спасибо за просмотр. Будьте активны, ставим лайки, подписываемся на мой канал и пишем комментарии, что вы про все это думаете. Кстати, вот это видео набрало 1,3 миллиона просмотров. Ага. Да. Пока-пока. Это новое.